Друзья, как связать такой чудесный воротничок матроску? Очень просто. Прежде вы делите нужное количество петель, которые наберете на горловину на 2, прибавляете к этому количеству еще 2 петли кромочные и вяжете прямо вперед-назад. Провязав высоту предполагаемую вашего ворота, добавив к ней еще 1-2 сантиметра, вы по краю добираете нужное количество петель и дальше вяжете по кругу вашу горловинку. Вот и все премудрости. И у вас получается вот такой красивый отложной воротничок. Конечно, форма этого воротничка может быть любой. Вы можете его сделать покороче, вы можете его сделать пошире, вы можете его сделать фигурным, там расширяющимся, предположим, или сужающимся. Но техника вязания будет такой же. Набираете по краю сначала нужное количество петель, формируете этот отложной воротник. Да, важный момент, друзья мои, когда вы будете добирать вот эти вот петельки для горловины, добирайте это с изнаночной стороны вашего воротника, потому что вы этот клапан опустите, и, соответственно, вот здесь вот так вы набираете, вяжете дальше и опускаете уже ваш воротничок таким образом.